Уходящий год ознаменовался для факультета журналистики и социологии большими переменами. Главным событием стало получение статуса Института массовых коммуникаций и социальных наук. А 19 декабря коллективу представили первого директора института, известного в научных кругах профессора Наиля Мидхатовича Мухарямова. Экс-декан, теперь уже сменившего статус журфака, Васил Загитович Гарифуллин, решил посвятить себя научной работе на кафедре татарской журналистики и вместе с коллективом тепло поприветствовал нового коллегу. Всегда были единой семьей. У нас было очень хорошее взаимопонимание между отдельными преподавателями, со студентами, между кафедрами. Вот эти традиции хотелось бы сохранить и пожелать успехов нужно нашему руководителю. Первый директор поделился с нашей съемочной группой своими взглядами на место института в современном мире и приоткрыл занавесу тайны о путях его развития. Мы живем в информационном обществе, и очень много зависит от того, как в сознании людей конструируется картина действительности. Этим должны заниматься профессионалы высокого класса, и делать это можно только на базе такого достаточно достоверного социального знания. Вот. Большое место, важное очень место. А есть уже какие-то планы, как же теперь будет, по какому вектору развития будет идти наш институт? Планы должны разрабатываться коллективно. Я должен провести большую серию встреч со своими коллегами, обсудить подробно все. Я не могу свои планы навязывать такому сложному коллективу, большому и многоопытному. Поэтому эти планы будут вырабатываться в ходе совместных консультаций, обсуждений. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров, специально для Универньюз.